минут принял 50-й. До того на спуску 5 минут принял 60-й. Готовность к пуску 5 минут принял 50-й. Готовность принята, первый. Готовность к пуску 1 минута 1. Готовность к пуску 1 минута принял 20. Готовность к пуску 1 минута принял 30. Готовность к пуску 1 минуту принял 50. Готовность к пуску 1 минуту принял 60. Готовность к пуску 1 минута принял 70. Готовность принята 1. Первый есть готовность системы измерения 70. 60 сброшен он. Семидесятый, протяжка. Есть протяжка 70-й.
70-й. Надув. Есть надув 70-й. Есть, качай надув 30-й. Есть надув общий. Есть ли температура магистрали? Есть на Дуфовской 70-й, есть ГДМ блока, есть 70-й. Есть просто система измерения 70-й. Переход на бортовое питание 30-й. Есть отрыв холодный пневмоколонок блока И 70-й. Есть мачта 30-й. Есть дополнительные, есть мачта 20-й. Вращение в норме.
Соединение боковых блоков. Стабилизация изделия устойчивая. Параметры конструкции ракетоносителя в норме. Двигатель второй ступени работает нормально. Полет нормальный. Параметры системы управления ракетоносителя в норме. Стабилизация изделия устойчивая. Параметры конструкции ракетоносителя в норме. Двигатель второй ступени работает нормально. Параметры системы управления ракетоносителя в норме. Полет нормальный. Время КП 22 часа 23 минуты 57 секунд 351 миллисекунды. 230. Стабилизация изделия устойчивая. Ступени работает нормально. Ангаж, рысканье, вращение в норме. Параметры конструкции ракетоносителя в норме. Параметры системы управления ракетоносителя в норме. 280. Прошел гарантийный надув бака окислителя третьей ступени. 290. Есть запуск двигателя третьей ступени. Есть выключение двигателя второй ступени. Есть отделение второй ступени. 300. Есть сброс дворок головного втекателя. Есть сброс панели хвостового отсека. 310. Стабилизация изделия устойчивая. Параметры конструкции ракетоносителя в норме. 330. Двигатель третьей ступени работает нормально. Параметры системы управления в норме. 350. Полет нормальный. 360. Тангаж, рысканье, вращение в норме. 370. Параметры конструкции ракетоносителя в норме. 380. Двигатель третьей ступени работает нормально. 390. Параметры системы управления ракетоносителя в норме. 400. Стабилизация изделия устойчивая. 410. Полет нормальный. 420. Тангаж, рыск.
коневращение в норме. Двигатель третьей ступени работает нормально. Стабилизация изделия устойчивая. 450. Полет нормальный. 460. Параметры конструкции ракетоносителя в норме. 470. Двигатель третьей ступени работает нормально. 480. Параметры системы управления в норме. 490. Стабилизация изделия устойчивая. 500. Полет нормальный. 510. Тангаж, рысканье, вращение в норме. 520. Параметры системы управления в норме. 530. Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение транспортного грузового корабля «Прогресс МС-02». Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-02» выведен на орбиту искусственного спутника Земли. Репортаж окончен. Конференция закончена.